Здравствуйте, это телекомпания «Город». Меня зовут Олеся Харлина. И сегодня мы представляем вашему вниманию новый телевизионный проект, который назвали «Человек в городе». Это будут телеочерки о людях, чьи профессиональные и творческие заслуги либо жизненная позиция вызывают интерес и заставляют пересмотреть свои ценности. Знакомьтесь, нашего первого героя зовут Александр Сорокин. Сегодня Александр Сорокин с любимым фотоаппаратом наперевес вместе с нами идет на очередную фотосессию. Эта новая церковь еще ни разу не попадала в его объектив. Уверенным шагом он выбирает самые удачные точки и выстраивает композицию. Со стороны ничего особенного. Но практически чудом воспринимают это те, кто знает. Он видит только 7% из возможных 100. Это вижу, что красноватый. А вот это? Это желтоватый. И, ну да, желтоватый. А вот так, если положить красный, желтый, еще зелененький сюда, сейчас будет светофорчик. Щелчок фотоаппарата сопровождает его жизнь вот уже 50 лет. Его работы видели на выставках и конкурсах в Москве, Екатеринбурге, Германии, Франции, Швейцарии и почти везде с приставкой «Самый». Самый уникальный, жизнерадостный, юморной. 2 года он официально был признан лучшим свадебным фотографом Рязани. А сам себя он в первую очередь считает прикольщиком. Ну как пройти мимо картинки, которая так и просится на фото? Мимо пройти не могу. Несколько раз ходил туда-сюда, сюда-туда. Ну, в конечном итоге, вот в окно. Окно в мир называется. Ну, примерно. Близкие считают, что лучше всего ему удаются пейзажи и цветы. Возможно, как раз недостаток оттенков делает их такими притягательными для Александра Сорокина. А какие шедевры возникают из овощей и фруктов? Как я их люблю, у меня целая серия про морковки, картошки, там капусты, чего только нету. Но тут вот уже сразу какие-то вот образы возникают. Тут вот и с ртом, и с какими-то хвостиками. Тут, ну, повертеть вот, вот с этой стороны, тут и глаз какой-то, и хвост. То есть, Единственное, куда не очень тянет, признается фотохудожник, это репортаж. Вот там нужно не просто видеть, а высматривать. И тогда особенно сильно понимаешь, как велика роль зрения. Прибор вот у меня есть такой вот лупа, без которого я практически не обхожусь. Ну, тут она вот двойная, 4-кратная и 10-кратная. Любуясь красками, фактурой и фантазией автора, не сразу узнаешь. Алюминиевые ложки и вилки, символизирующие заброшенную советскую власть, замысловатые овощи или кусочки обычного целлофанового пакета, из которых, например, выложен вот этот тигр. Из натюрморта, можно сказать, фон тоже подсвеченный немножко. Ну, такого странника, называется, сделал. Тоже из бумаги выкладывал немножко так, ну, что-то было похоже вот. А из такого заводского брака и вовсе рождаются единственные в своем роде шедевры. Это обычная оплавленная пластмасса. На предприятиях для слепых из нее делают метлы и щетки. Тут вот сразу, как сказать, видно шея, голова, хвост, туловище какое-то такое. Ну, чисто абстрактное такое представление. Сам он любит снимать абсолютно все. До сих пор помнит момент, когда жена неожиданно узнала, что в их собственной квартире он фотографирует девушек в стиле ню. С тех пор супруга не удивляется ничему, ведь специальной фотостудии у него нет до сих пор. Многие шедевры рождаются прямо здесь, между креслом и диваном. Контровая лампа, пара нехитрых приспособлений и удачный кадр выстроен. Там можно чем угодно прикрыть капроном, белым цветом, осветить отдельно там все, а эту дать отдельный свет. Он получается вот тут. Ну, не точечный, ну какой-то узкий пучок свет направленный. И рисуешь его так нормально. А там фон какой хочешь. Хочешь красненький. Обычно в таких случаях или подрезаешь, или же, ну, пластилинчик чуть-чуть раз. Фоторабота по волнам памяти – его давняя задумка. Но с черно-белой пленкой он никак не мог придумать, как сделать монтаж, чтобы увеличить отдельные детали. Ну, губы как кораблик такой, что ли. Это как парус. Это вода. Шарики стеклянные, вроде как вода. В его жизни абсолютно все можно назвать вызовом судьбе и тем, кто не верит, что с атрофией зрительных нервов можно стать блестящим фотохудожником, получить несколько образований, создать свой вокально-инструментальный ансамбль, он назвал его «8-й день недели»,
и везде быть душой компании. Я вот эту руку немножко не вижу, вот эту вот пропадает. Ну, рассмотреть руки на них тоже это. Ну, вижу, что там что-то шевелится, даже может. И так тоже. Но и с таким углом зрения он самостоятельно занимается любимым делом, гуляет с детьми и ходит за покупками. У жены подруги еще, когда молодые были, ну, стоим что-нибудь, делаем, разговариваем, зайдет куда-нибудь за, так, в стороночку, ну, раз ведь попросит. Я говорю, ну, ты хоть это самое, высоко не поднимай, а сам смотрю туда. Ну, Сорокин, все-то видит, когда что успевает. Александр Сорокин родился на Дальнем Востоке в семье военнослужащего. Пришлось помотаться по стране. В одной Германии прожили 5 лет. Я на Дальнем Востоке, на озере Ханка. С папой? Да. В Германии он учился в самой обычной школе для русских детей. А во втором классе, вспоминает Александр, из-за плохого зрения нахватал 2 и только тогда родители не на шутку заволновались. Начал заниматься, родители отдали музыкой, а ноты не вижу. Ну, сразу в Хабаровск, в госпиталь, на обследование туда-сюда. Так Саша и оказался в Москве в спецшколе для слабовидящих детей. Кстати, музыку все равно не бросил. Вместо скрипки появился аккордеон. А по выходным он с удовольствием приходил к дяде Юре, заядлому охотнику и обладателю собственной малюсенькой фотолаборатории, сделанной буквально из кладовки. К нему приезжали известные на всю страну друзья-журналисты, показывали разные фотографии. Как не зажечься? В 4 классе прошу родителей, купите мне фотоаппарат. Дядька тоже, но купите ему фотоаппарат, в Германии тем более. Они мне купили старт, но это был не фотоаппарат, я не знаю, как это назвать. Короче, хоть и на широкую пленку снимал тогда, но там 2 выдержки вольные и моментальные. И 2 диафрагмы – солнце и пасмурно. Так, с легкой руки дяди Юры, кстати, родственника графа Мамонова и князя Голицына, который, впрочем, не чурался профессии рядового сантехника, Александр и приобщился к фотографии. А после школы даже поступил на физмат, но зрение упало еще на 1/3, и от этой затеи пришлось отказаться. Самая большая, можно сказать, школа была – это фотоклуб «Мещера». В его биографии работа на кинокопировальной фабрике, техникум советской торговли, Народный университет искусств. Туда он отправил свои фотографии, и его сразу взяли на 2-й курс. Потом был дополнительный курс повышенного фотомастерства. Дали уже вот такую вот бумагу. Ну, прикольщики тоже мне. В его жизни все основательно. Вот уже 35 лет они счастливы с супругой. Воспитывают детей и внучек. Сидим с технологом у нее в кабинете. Она: ты, говорит, что не женишься? Я говорю: да что-то никак. Ну, вон, смотри, какая Людочка у нас бегает. Ну, что-то пошел, посмотрел. Она, причем у меня же в цеху, в мою же смену. Ну, в самом деле, что-то я никогда и не глядел. Ну, так что-то закрутилось, завертелось, и все. Эй, Муся, Муся. И вот так мы улыбаемся всем. Да? Как мы ручкой помашем? Привет, да. В кадр время от времени попадают все обитатели дома. Даже коту Касперу достался кусочек славы. Отправил журнал «Работница», был 1-я премия за это. Как она мне тоже. Поймали. Вот смотрите, вон тот момент, который. Ну, тут я не один снимал, дочь стояла, что-то там махала, отвлекала, а сзади прилепил коробочку из-под спичек. И туда немножечко ваточку с валерьяночкой, чтобы как-то их привлечь к этому. Однажды он с друзьями оказался в области и сфотографировал одну из разрушенных церквушек. Вскоре появился интерес посмотреть, а что же еще из таких шедевров архитектуры стоит в забвении. 3 года они колесили по деревням и весям. Так и родилась новая идея – судьба храмов Рязанской области. Самая такая вот глобальная работа получилась – это вот мартиролог, которая вот прошла апрель-май и часть июня в Доме народного творчества. Очередные фото с юмором и не только ждать себя не заставят. Жизнетворчество Александра Сорокина – самое лучшее подтверждение тому, что красота и гармония – это не пустой сосуд, а огонь, пылающий в нем. Удачи вам, мастер!